Посадка гортензии. Семенным способом, генеративным, успешно размножаются видовые гортензии. Применяют способ семенного размножения и в целях селекционного эксперимента. Как вырастить гортензию из семян? Очень просто, но вам понадобится время. Посев семян гортензии осуществляется осенью. В питательный рыхлый субстрат, состоящий из смеси листовой и торфяной земли с речным песком в соотношении 4 к 2 к 1, сеют семена гортензии, которые потом заделывают легким слоем этой же смеси и увлажняют из распылителя. Емкость накрывают стеклом или пленкой, которую периодически снимают для проветривания посевов и увлажнения субстрата, который должен быть слегка влажным все время. Необходимая для проращивания температура 14-20 градусов. Как только появятся всходы, случается это обычно через месяц-полтора, стекло можно будет убрать. Пикировать сеянцы гортензии нужно дважды. Первый раз в стадии развития семядольных листочков, второй раз в мае. Причем во время второй пикировки каждый сеянец высаживает в отдельный горшочек диаметром 7 см. После второй пикировки молодые гортензии для закалки выставляют днем на свежий воздух в место, куда не достают прямые солнечные лучи, дождевая влага и сквозняки. Вечером сеянцы вносят в помещение. В домашних условиях гортензии подращивают в течение 2 лет. Зимой в светлом прохладном помещении, а летом выставляя по возможности на свежий воздух и удаляя появляющиеся бутоны, чтобы не ослаблять молодые растения цветением. Через 2 года, ранней весной, а если вы живете в регионе с холодным климатом, то осенью, подросшие саженцы высаживают в открытый грунт на постоянное место. При выборе участка для гортензии учтите, что все без исключения виды этого растения любят солнечный свет, но такие виды, как гортензия шероховатая, почвопокровная, древовидная и сарджента, хорошо себя чувствуют и в легкой тени. Почва предпочтительно нейтральная или слегка кислая, рыхлая и богатая органикой. Подкислить щелочную почву можно верховым торфом или подкислителем Acid Plus. Проследите, чтобы вблизи отведенного под гортензию участка не росли кустарники или деревья с такой же, как и у гортензии, поверхностной корневой системой, поскольку в будущем между ними может возникнуть борьба за влагу и питательные вещества в верхнем слое почвы. Посадка гортензии начинается с рытья ямы, которая должна быть в 2 раза больше земляного кома саженца гортензии. В готовую яму внесите торф, минеральные и органические удобрения, смешанные с почвой. Выньте саженец вместе с комом из горшка, осторожно стряхните почву, расправьте корни, опустите в яму и засыпьте грунтом, смешанным с компостом, так, чтобы корневой ком слегка выступал над уровнем участка. Примните почву, полейте растения и замульчируйте участок хвоей или корой.